бесплатных чемпионатов. Ой. Очень много. Что вообще происходит? Ну что, туда не пускают, да? Ну что, да. Ну там только по пропускам. Да, так что там туда дальше. Пойму, сказать другой вход. Друзья, короче, в Питере сегодня проходит мой семинар. И я ожидал, конечно, народу не так много, но пришло достаточно неплохо. Пришло достаточно много народу, потому что я еще сказал, что будет Дашенька. И переоценил. Недооценил ее подписчиков. Они, оказывается, все пришли. Сейчас мы, короче, все идем и ищем кафе, где может поместиться 1050 человек, чтобы все пришли на наш семинар. Там мы расскажем, как быть менее жирным, потому что все хотят быть красавчиками. А это Дашенька моя вот. Короче, здесь полно школоты. Потому что сегодня алые паруса, друзья. Сегодня алые паруса. Большое количество. Сережа, можно с тобой сфоткаться? Ну давай. Спасибо. Ну, ты очень рад? Очень рад. Ты не торопись так быстро. Там. Как будем? Селфись? Да, у тебя руки длинные. Сфоткай меня здесь, Сережа. Сфоткай меня здесь, Сережа. Нет, и с Дашей тоже. У тебя не работает айфон вообще. Как это? Это как в том видео с Роналду. Ты что, нерабочий? Все, на, держи. Много-много фотографий. Не жалей. Не напрягайся. Я не напрягаюсь. Ты и так ближе к камере подошел. Все, 1000 фотографий сделала. Все, спасибо тебе. Снимай больше видео, они еще. Спасибо. А гостей? Да, вы тоже меня знаете. Сейчас я пришел. Я и говорю, встреча моих подписчиков. Че, вон, смотри, у меня есть черно-белое это. Прикольно. Давай. Диман, ну ты калич. Давай. Вообще большое. Давайте, парни. Давай, конечно, сфоткаемся. Вы что, у вас... Ты не уедешь отсюда. Можно, да? Можно, да? Да. Ты смотришь мой этот телескоп? А я вам смотрю, иду на... Скорее. Ну давай, дружище. Если дядя Сережа разрешит, все. Нормально? Нет, Сережа, сфоткаемся. Давай сфоткаемся. Походу, Дашенька, мы не пойдем дальше. Сейчас Серега лопнет от зависти. Спасибо. Давай. Забывай про лайки. Ну да, еще раз. Давай. Можно еще с вами тоже пытаться. Слава. Слава. Нормально. Что там у тебя? Алкоголь? Все, пойдем. Вы сфоткаться хотели? Ну давай, сфоткаемся. Давай. Можно нам обратно? А? Что ты сфоткаться хочешь? Да. С кем хочешь? Даша хочешь фоткаться? Да, иди. Нет, просто мы крутили. Давай, давай. Давай, тащи. Спасибо. Так. Спасибо, брат. Спасибо вам, друзья. Короче,
здесь все-таки встреча наших подписчиков оказалась. И сейчас мы будем... Сейчас мы, короче, будем это самое... Привет, находки! Привет всем, друзья! Извиняюсь, что была такая пауза небольшая. Все равно скоро сядет аккумулятор, так что особо не парьтесь. Поздравляю всех выпускников с окончанием там ваших этих самых учений дурацких. Так что давайте, решайте, что будете делать. Пойдете ли вы работать дворником после школы, либо пойдете в институт и будете, получите корку, красный диплом, и потом пойдете опять работать дворником, может быть, начальником дворником. Так что идите сразу и не парьтесь. Народу много. Сашенька, ты не замерзаешь? Пока нет. Не знаю, куда мы идем, но куда-то все идут, и мы идем. Мне нужна селфи-палка. Очень много народу. Такое впечатление, что она туда не пускает. Кошмар, на самом деле. Короче, никуда не пускает. Печаль. Ой, друзья, звездой я себя, честно, не ощущаю. Но приятно, когда подходит и фоткается. И желает чего-нибудь. Так что, если встречаете... Очень много ребят стесняются подходить. Очень много ребят стесняются, да, подходить. Они называют, о, сиди, Сережа. И все, и отворачиваются сразу. И бегут. Бегут, они думают, что дядя... Че? Я жирная. Они думают, что я их буду кусать бить, всех. Да. А Даша, что чувствует при этом Даша? Ну, что при этом Даша чувствует? Даша тоже подходит, фотографируется. Ну, когда к тебе подходит, что ты чувствуешь? Неловкость какую-то, я чувствую. Ты чувствуешь себя звездой? Нет, я чувствую неловкость. Я чувствую неловкость, потому что эти люди, они начинают трогать тебя, обнимать как-то. Ну, ты радуешься, и что-то ты тоже должен радоваться. Ну, я не знаю, я в этот момент смущаюсь. Привет и Парижу. Привет и Парижу. Дашенька была в Париже, а я не был. Нам надо съездить в Париж, как ты считаешь? Нам надо съездить в Италию. У нас есть в Италии и Испания. Да. И... Прагу. Прагу. Жесть? Вот жесть, вон там. Ой, у меня, короче, рука устает держать. Баварская скромняшка. Баварская уже? Баварская. Она армянка, спрашивает? Нет. Даша не армянка. Ну, армянки же есть огонь, девочки такие. А, типа Кардашьян? Кардаш... Типа Ким Кардашьян? Типа Кардашьян. Ким Кардашьян. Наваршнян. Дашаньян. Так. У меня в Париж, Серега, у меня хата освободилась, поживете у меня. Вон, честь крутяк. На самом деле, это хорошее приложение, напиши в личечку ВКонтакте. Мы чё, нам-то билет купить, и все. И мы уже у тебя прописались. И съели всю твою еду из холодильника. Но... А, нет. Но билет продают. Мне тут предложил подписчик 2 билета за 15 тысяч, говорит. Я посмотрел, они на Авито по 1000 рублей продаются. Он мне как другу, знаешь, как другу. То есть так стоит 2000, а тебе как другу 15. Я думаю, нормально. Здесь вон каждый, не знаю, третий школьник хочет заработать на это. И продать. А там что? Не знаю, Сереж, надо куда-то вглубь туда, в центр смотреть на... Мы же шоу даже не увидим. Ну, ничего не увидим. Ладно, короче, друзья, конец связи. Пойдем смотреть шоу какое-нибудь. Айфон скоро сядет. Но у меня есть Даша, если что.
Так что подписывайтесь в Дашин Перископ, ставьте лайки, сердечки, наслаждайтесь жизнью и все. И заканчивайте школу уже, в конце концов. Немножко красоты. Немножко красоты вам. А что офигеть?